Будь здорова. Спасибо. Наконец-то мы пришли в амфитеатр. Амфитеатр, да, конечно. Вот он. Мы потом еще чуть-чуть поближе подойдем, это так. О боже! Что там? Мурашки. Мурашки? Вот такие. Большие, да? Да. Вот, а я... Это сцена, наверное, да, посерединочке? Мы на горочку поднялись. Улучшить обзор. Куча колонн еще сохранилась. В общем, мы себе решили, что там вот сцена была. Угу. Да? Я до сих пор боюсь. Подумали и решили. А что? Ты... А, ты змеи боишься, я поняла. Идем на ту сторону? Да. Там, вижу, еще есть дорога, машины там ездят. Давай сфоткаемся и идем. Мы обошли круг, но здесь входа, к сожалению, нет. Все закрыто. Или не к сожалению. Все закрыто. Камеры везде, чтобы никто не залез. А там вот сейчас покажу с той стороны. Видно кусочек моря, да. А там музей. Что? 30 лир, да, вход в музей. Идем еще куда-то. Мы решили немножечко отдохнуть. Сейчас спустимся к морю. Там есть камеечки. Посидим, подышим воздухом. И тогда идем дальше. О, сегодня немножечко штормит. Сейчас я спущусь, покажу поближе. Море очень красивого цвета. Есть здесь тренажеры, ну, впрочем, как и по всему городу установлены они. То что, а, таблица, я поняла. Здесь тоже какой-то домик. Пекас здесь выше. Фрешу делают. Идем к водичке поближе. Ой, какой ветерок классный, прохладный. Ого! Здесь камни. Ой, как хорошо прохладно здесь. Море такого красивого цвета. Но штормит уже. Третий день штормит немножко. Кого мы встретили сегодня? Ящерицу. Да. Змею. Полицейских на конях. Да, на полицейских, на поняхах. Да. Которых ты гладила, да? Да. И сделали фоточку. Да, и с ними сфоткались. Да. Да. А теперь мы идем куда? К храму Аполлона. Древних богов. Да, да. Здесь гавань небольшая. Здесь начинается уже храм. Идем поближе. Все, побежала. Она увидела смотровую. Смотровой бинокль. И побежала. Ну, туда нужно лиру бросить. Иначе не работает. Бросаем денежку? Да. Давай, бросаем. Одна лира. А, хитрые. Одна лира, одно евро. Почти одинаково. Ну что ты видишь? Ничего. Как ничего? Не видно совсем ничего? О боже, чуть не упала в яму. В общем, бинокль не работает. Только деньги зря потратили. Осторожно. Красивая? Цвет красивый. Да. А видно, да, разными цветами? Ага. Ой, класс. Я хочу поближе подскочить. Оп! Класс. Это что, камни вулкана? Да нет. Ну, видишь, наверное, сильные волны были. Они мокрые еще. Может быть, ночь. Мы поближе пойдем к храму. Пиратские корабли там стоят. Джек Воробей, да, там был? Да, я мой дом.
Да, твоя. Моя, моя. Мы дошли. Вернее, пришли поближе к храму Аполлона, который тоже был построен до нашей эры. О, сейчас. О. Здесь либо реставрация идет. Бет. Классно? Да. Да, это уже кто написал бет на камне. Да. Идем еще посмотрим, что здесь есть. Прыгай. Или здесь гида, он нам рассказал, что здесь была ванна Клеопатры. Сейчас попробую ступенечком подняться, показать ее выше. Смотри. В общем, где-то там ванна Клеопатры. Все, что от нее осталось. Да. Что? Что видела? Смотри. Какая кто-то. Вот. Какая кто-то? Жучок, что ли? Да,